Пробки на Пролетарской, возможно, наконец-то уйдут в прошлое. Пробкам, ежедневным пробкам в районе Пролетарки уже, наверное, лет 15. С 2013 года предпринимались попытки разгрузить Пролетарское кольцо, но так ничего реально сделано и не было. И лишь в этом году, наконец-то, будут выделены деньги. Деньги будут выделены из бюджета, несмотря на то, что они не были туда заложены, а будут выделены за счет экономии средств. И в этом году, наконец-то, начнется процесс по разгрузке Пролетарского кольца. Выполнен ремонт восточного проезда. Жители Автозаводского района, которые раньше двигались по проспекту Ленина и вынуждены были выезжать на круговую развязку, теперь имеют возможность объехать и выехать уже на улицу Героя Попова. Для того, чтобы здесь построить дорогу, проложить здесь дорогу, необходимо решение вопросов по сносу четырех гаражей и будки, где находится электрощитовая ГСК. Мы данный вопрос проговорили с председателем ГСК, разговаривали со всеми собственниками. В принципе, понимание есть, и необходимости есть. Но в дальнейшем они готовы как бы к сотрудничеству. Автоматически, вводя в эксплуатацию эту дорогу, изменим уже движение на Пролетарском кольце. То есть, по сути, до конца этого года большая доля вероятности, что мы снизим нагрузку на Пролетарское кольцо на треть. Если говорить уже о окончательном этапе завершающем, то здесь уже необходимо сделать будет полноценное освещение, так как это уже дорожная сеть. Если в этом году мы посчитали и мы сможем за не очень большую сумму денег это все организовать, но это будет, скажем так, схема именно уже рабочая. Но полноценные все завершения мы уже в 2019 году сделаем завершающие.